Традиционно гости из Дружественной Республики представляют широкий ассортимент изделий легкой промышленности, в первую очередь сезонную одежду и обувь. Жители Одинцова хорошо знают и ценят эту продукцию за высокое качество. Большим спросом у горожан пользуются произведенные в Беларуси товары для дома и быта. Льняное, хлопчатобумажное, постельное белье, полотенца, шторы. Число участников пополнили новые товаропроизводители. Они приехали в Одинцово не только представить свою продукцию, но и установить контакты с местными предпринимателями. Выставка-ярмарка «Сделана в Беларуси» продлится до 9 июня. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».